Ну вот недавно Олег Сеньков взял и назвал всех российских предпринимателей, ну, значит, меня, тебя, ну, и, там, Галицкого и многих, да, трусами. Все в итоге на двух стульях уселись и зассали. Я в шоке, какие все трусы. И мне постоянно в Ютубе там или в комментариях везде люди пишут: Игорь, почему вы не реагируете, почему вы не отвечаете Тинькову? Вот, ну, стало быть, он взял и назвал всех нас трусами, тебя же тоже. Что бы ты ответил Олегу Тинькову?